Сколько я должен? Надолго? Ну, часик где-то. 10. 10 гривен? Возьмите. Здравствуйте. Кто вы такой? Кто вы такой? Инструктор парковки? Да. От какой организации работаете? Какое вы имеете право брать наличные деньги? Хожу, охраняю, отдаю кассу человеку. Какому человеку вы отдаете кассу? Три часа Саша. Три часа Саша. Вы отдаете ему кассу? Да. Слушайте, ну вы даете. Идемте. Давайте идемте к вашему коллеге. Он тоже отдает Саше, да? Да. Я понял. Вы вдвоем здесь работаете? Да. А вы, по-моему, на Соборной площади были, да? На Соборной? Да, на Соборной. Я вас видел, предупреждал. Чего здесь опять находитесь? Я вас не помню, просто я тогда снимаю. То помните, то не помню. Вы меня помните или не помните? Я вас просто забыл. Понятно, забыли. Объясняю. Вот сейчас мы уже с сотрудниками правоохранительных органов. Да. Будем сейчас оформлять протокол. Статья 164. Незаконное занятие предпринимательской деятельности или хозяйственной деятельности. От 17 до 24 тысяч штрафа. Я не знаю, сколько суд вам присудит. Оплатите штраф при повторном нарушении от 24 до 85 тысяч гривен. Есть некий бригадир Саша, да? Да. Он расставляет вас здесь, в 3 часа снимает кассу. Да. Так? И он еще, я насколько понимаю, где еще, в каких точках он расставляет? Ну, вот я знаю. На привозе, да? Ну, на Соборке я вас видел, да? Да? На Соборке, на привозе. А кто этот человек? Он предприниматель, он кто он вообще? Ну, он как, он вот держит, получается, эту парковку. Держит парковку, я понял. Мы, наверное, ваше предупреждение примем. И больше, повторю, это китайское было предупреждение. Нет, да я понимаю. Но вы китайское предупреждение, как вы говорите, получили 2 недели назад. Ну вот, ироническая улыбка, конечно, возникает после просмотра этого видео. Мы не все видео даем, которое у нас есть. Максимально пытаемся ужаться в рамки эфира, потому что у нас не очень много на самом деле времени. Но я вам честно скажу, что вот такие эфиры хочется проводить каждый день. До того момента, когда удастся, я надеюсь, все-таки каким-то образом максимально, я скажу так, максимально искоренить это зло. Одно из тех зол, которые есть в нашем городе, вообще присутствует в нашей жизни. У меня сразу возникает несколько вопросов к герою этого сюжета и гостю нашей студии Сергею Дубенко, исполняющему обязанности директора коммунального предприятия «Одесса Транспорт Сервис». Ну, во-первых, комментарии. Вот оно что, Михалыч, да? Хочу узнать, кто такой Саша прокурор, Саша Бугор. Вот Сашу этого, фамилию вы теперь уже знаете. Кто, оказывается, я так понимаю, владеет этой стоянкой, распределяет людей. Сереж, ну вопрос... Не владеет, а держит. Извините, да, держит. Ну, вот как-то вот так. Давайте с этого начнем. Ну, смотрите, ситуация на самом деле чудовищная просто. Мы живем в 21 веке. Серьезно, без иронии, да. Мы живем в 21 веке, мы живем в городе, который считается европейским, и какие-то просто, я не знаю, замашки 90-х годов лихих. То есть стоят просто какие-то отморозки, да. У них есть бригадир Саша Бугор, Саша прокурор, телефон которого они дают милиционеру, диктуют. Что это наш бригадир, он в 3 часа приезжает, забирает кассу, ничего не опасаются, совершенно отмороженные. Да? И такие стоят вот в 7-8 точках нашего города. Вокруг нового рынка, вокруг староконного рынка, возле привоза, вот на Екатерининской площади, на Соборной, напротив Баффало, возле Нацбанка Украины. Ну, послушайте. Ну, во-первых, понятное дело, что абсолютно незаконно. Ни паркоматов у них нет, ни разметки, ни дорожных знаков, ни черта. Во-вторых, вид у них затрапезный. Ну, то есть, ну, просто стоят ничтожество, да? И находятся люди, во-первых, которые им платят, а во-вторых, находятся в метрах, там, я не знаю, 100 отделения милиции возле староконного рынка, Портофранковское отделение, возле Нацбанка в одном квартале на Греческой, Приморский райотдел. И вот годами, просто десятилетиями вот эти одни и те же рожи стоят и их не берут. Никогда вот не привлекали к ответственности. И вот сейчас вот первый рейд в истории города Одессы, когда наконец-то взялись мы и собрались и начали одного за другим их паковать.
Паковали их мы по нескольким их точкам и на следующей неделе продолжим. И будем делать это минимум раз в неделю, в идеале раз, день через день. До тех пор, пока просто либо у них деньги закончатся, потому что 17-24 гривны это за первое нарушение, и 17 тысяч гривен до 24 тысяч гривен, да, за первый факт нарушения, и от 24 тысяч гривен до 85 тысяч гривен за второе, совершенное в течение года. То есть если через пару дней, это уже, мне кажется, уже злостное нарушение. Поэтому будем их, естественно, всячески вот такими вот рейдами заставлять понять, что в Одессе эта деятельность уже закончена. Все, 21 век, какие парковщики вот эти вот аферисты, какие жилетки. Все, должны стоять паркоматы, на паркоматах должны люди элементарно, там элементарно буквально в два действия производится оплата, идет чек под лобовое стекло, и дальше идут контролирующие службы, которые контролируют факт оплаты. Почему это до сих пор не работает? Да потому что вот такие вот личности, которые по всему городу вот так вот бродят, они просто демонстрируют одесситам, что эти все деньги идут не в бюджет города, а в карман вот этому Саше Бугру и прокурору, да, какому-то Толику со Староконного рынка, который это, ну просто какой-то маразм. Поэтому такие рейды мы будем делать всегда открыто, чтобы одесситы, вот после первого моего рейда, который был две недели назад, и где я просто прошелся по всем таким точкам и показал одесситам, что это все аферисты, было очень много писем и звонков, на котором люди просто говорят, наконец-то городские власти показали нам в открытую, что не надо им платить, это же для людей очень важно. Потому что они представлялись парковщиками, имели какие-то псевдоудостоверения, одевали вот эти вот жилетки, представлялись официальными лицами. И наконец-то городские власти вот начали проводить работу по их искоренению. Для людей было это очень важно понять. Вы для себя устанавливаете какие-то четкие сроки? Это первый вопрос. И все-таки, вот вы говорили о милиции. Чем хороша Одесса? Тут все обо всех все знают. Да. Да? И прекрасно люди знают, что кто из правоохранительных, в том числе органов, крышевал ту или иную стоянку. Вот много разговоров вокруг стоянки напротив Русского театра. Да? Потому что в день спектакля, например, там берут по 20 гривен, да, вот эстеты такие, угу, парковщики, да, в обычной там 5-10. Кто за это ответит? Кто этих людей расставлял все эти годы, собирал значительные суммы? Вы к этому хотите прийти или конечно, вы начинаете хотим. С чистого листа? Конечно, хотим. Значит, мы сейчас проводим эти рейды регулярно. То есть я заранее говорю, что это не так. Сделали рейд и все. Вот две недели назад был первый, неделю назад второй. Это уже третий рейд. Уже с милицией. Четвертый будет тоже с милицией. Пятый с милицией. Мы будем выпиливать юнипаркеры с милицией. Мы будем вот этим по парковочным всем этим аферистам проводить регулярные задержания до тех пор, пока они не исчезнут. Мы не остановимся. Это очень важно понять. Потому что если раньше, во-первых, все эти рейды, их просто не было. Их никто не проводил. Милиция не обращала внимания. И я, когда пришел на должность, я написал 4 письма в милицию. Прилагал к ним видео этого рейда, на которых были мобильные телефоны этого Саши Бугра, да, так называемого. Милиция не реагирует до тех пор, пока ее не возьмешь вот так вот под ручку и вместе с ней не пойдешь их паковать. Поэтому будем идти по этому пути. Четко должны все одесситы понять, что мы не остановимся. Мы прекратим этот незаконный бизнес. Это совершенно ясно, это четко и понятно. И почему мы это делаем с телекамерами? Потому что затем это видео идет в сети интернет. Его публикуют разные информационные издания и телеканалы, в том числе вот ваш сегодня показал. На очень многих, это еще не все. На очень многих телеканалах он будет идти несколько недель, вот так вот крутиться без перерыва, чтобы люди видели, что это все аферисты, чтобы не платили им деньги, чтобы приучались к нормальной, к нормальному формату работы. Мы будем делать информационные ролики. Первый из них появится вот на следующей неделе, потом второй уже заказан и так далее. То есть будем приучать к новой культуре. Вот. И тогда я надеюсь, что именно в небытие уйдут наконец-то эти банды из 90-х. Я расскажу небольшую, буквально маленькая реплика, ремарочка такая вот нашим телезрителям, что этот эфир на самом деле должен был состояться во вторник. Мы его так планировали, около 19 часов, но решили, что состоится рейд, о котором сказал Сергей, будут материалы, причем, ну, на мой взгляд, довольно-таки неплохие, не скажу шикарные, потому что, вот, мне кажется, дальше будет еще больше, пока это все не искоренится. Поэтому вот договорились, что после рейда мы об этом и поговорим. У нас есть еще один видеоэпизод, мы чуть позже его покажем. Вопрос все-таки продолжения темы.
Вы говорите о милиции. Там будет видно, что милиция фиксирует эти все вещи нехорошие. Но опять-таки, потому что вы ее заставили своим рейдом, в том числе. Есть ли какие-то у правоохранительных органов сегодня объяснение того, что они не замечали? Да, то есть смотрели вот так на этих людей в жилетках и кому уходят деньги. И какие меры они сейчас уже применяют и принимают к тем людям, которых вы за шкирочку довольно культурно отводите им в участок? Ну, никто из правоохранителей, я думаю, одесситам простым, вот, да, не будут объяснять и даже не подумают объяснять, почему они такое длительное время, десятилетиями их не обращали внимания и не замечали. Но я очень надеюсь, что благодаря тому, что мы эти рейды делаем публично, вопросы задаст им новый руководитель областной милиции, лорд Капаницы, прокурор области, да, губернатор, возможно, и так далее, городское руководство, департамент муниципальной безопасности, который просто отлично включился в эту работу и привлек очень много людей, которые проводили участие в этом рейде. Не все на видео показаны, но очень много людей были подключены. Поэтому я очень рассчитываю на то, что вопрос таким образом станет, что уже просто это нельзя будет сокрыть. То есть это будет постоянно как шило в одном месте у правоохранителей, которые не будут им давать покоя до тех пор, пока они, эти милиционеры, которые прекрасно, я уверен, знают этого Сашу Бугра и прокурора, Толика, там, и кого там они еще называли, эти парковщики, кто их там крышует, они прекрасно знают всю эту банду. Которые или их наконец-то возьмут, возможно, приедет киевская какая-то милиция, которая возьмет их, да, и уволит весь этот райотдел к чертовой матери. А может, два райотдела, которые ни черта не делают. Возможно, более подробно разберутся, что это за Саша, что это за вся вот эта вот гоп-компания. Но наша задача делать это все публично и не прекращать. Потому что это самое малое, что мы можем сделать. Потому что в дальнейшем, вот мы говорили, да, вот во вторник, что будет рейд, чтобы более предметно поговорить. Но недавно был рейд по служебным парковкам, на которых в центре города мы не видим ни дорожных знаков, ни дорожной разметки. Отправлены предписания, оштрафованы владельцы этих парковок. Отправлены предписания, и на следующей неделе мы будем спиливать первые уже юнипаркеры. Вернее, первые спилили уже две недели назад. Но сейчас мы отправили по 30 адресам, и там будет массовая просто выпил всех этих железок, которые я не видел ни сразу в одном городе. Вы не боитесь исков, что вам будут предъявлять прокурорские, милицейские? Я вообще не боюсь, потому что я действую от имени одесситов и города Одессы. Я действую в интересах одесситов прежде всего, для того, чтобы Одесса больше была похожа на европейский город, нежели на какой-то азиатский или африканский. Я не видел ни в одном городе мира юнипаркера на улице. Нигде не видел ничего подобного. Только у нас этот беспредел. И сегодня, помимо этого, коль уже мы коснулись реальных результатов, я познакомился с новым начальником областного ГАИ, и мы еще одну коррупционную схему с ним решили. Вы сейчас говорите об Александре Одижном, да, правильно? Да, с Александром Одижным. Замечательное впечатление на меня произвел новый начальник. Я очень рассчитываю, что мы еще одну коррупционную схему искореним. Дело в том, что операторы парковок, они зачастую не могут обслуживать парковки, сделать там разметку, установить знаки, паркоматы. Они готовы вложить деньги. Но они заказывают у нас схемы. Схемы достаточно дешево у нас стоят, там 300 гривен или 500. Значит, и затем они идут в областной ГАИ их согласовывать. А там им либо вообще не согласовывают, либо согласовывают за 2-3 тысячи долларов. И таким образом люди просто, они вот приходят и уходят. Вот сейчас предприниматель новый заказал у нас 15 парковочных схем вокруг двух рынков. Новый и Староконный. Чтобы покончить наконец-то с этими бомжами, которые вокруг них ошиваются, платить в бюджет города взнос, сделать красивую разметку, поставить дорожные знаки, навести порядок. И что же? Ему отказали по надуманным причинам. Там где-то нет расстояния до угла дома, где-то нет какого-то дорожного знака на схеме не обозначено, а у нас есть сотни схем, уже ими согласованные, очевидно, за деньги. Значит, которые операторы ходили, очевидно, ну, были вынуждены, наверное, заплатить. Значит, а ему отказали. Значит, я об этом доложил начальнику
ГАИ, и мы договорились, что с ним на следующей неделе проведем рабочую встречу. Будет мой специалист, будут его специалисты на ковер вызваны. Мы возьмем все старые схемы, разработаем вместе с ним, листая ДБН, как должна выглядеть шаблонная схема, и по ней будем гнать все абсолютно парковочные схемы. И установим так: утром пришла схема на согласование, днем, если она не вышла, исполнитель увольняется. Вот тогда пойдет дело. И никаких взяток. Тогда они будут бегать за операторами, чтобы подписать им эту схему, а не просить с них деньги. И вот полное понимание у нового руководителя ГАИ нашел. Я очень рассчитываю, что когда он со всеми своими делами справится, он должен принять дела. Я не буду его торопить. Сам назначит это совещание. И я уверен, мы с ним еще одну коррупционную схему отминусуем. Тогда я скажу. Я об этом не говорил. Но раз тема Александра Адижного затронута, я напомню, что это вновь назначенный начальник областного ГАИ, Сашу знаю еще и по фронту, он участник боевых действий в АТО, воевал в нашем Одесском шторме. Так вот, Александр Адижный, мы с ним уже переговорили, обещал, что примет дела, немножко разберется в ситуации. Это нормально, это стандартная правильная схема, и придет к нам в студию, в том числе, возможно, расскажет об общих наработках с Сергеем Дубенко. Еще такой вопрос. Вот Юнипаркер, вы говорите, я знаю, что очень резко вы выступили против уничтожения тех железяк, вы них так иногда отзываетесь, которые устанавливают сами граждане Одессы, дабы избежать незаконных парковок, буквально полмашины едва ли не стоит в квартире через окно. Да? Вот да. С этим будете наводить порядок, и я знаю, что вы действительно здесь поддержите прежде всего одесситов. Да, я всегда стою на позиции такой, что как выгоднее для одесситов, так и действительно лучше. У нас действительно существуют места, дворы многоквартирных домов, которые прилегают к рынку или же прилегают к бизнес-центрам или же прилегают к побережью. И в этих дворах, если жильцы не установили бы себе юнипаркеры, то они бы постоянно, хронически были бы просто переполнены этими машинами, которые бы люди, чтобы попасть на рынок или на море, или куда-то в центр города, они бы парковались на детских площадках, у них на газонах и везде. Поэтому, если жильцы многоквартирного дома на своей собственной территории придомовой, которую они оплачивают обслуживание и благоустройство, в которой гуляют их дети и в которой они ставят свои машины, решают защитить юнипаркерами от стихийно припаркованных машин, чужих машин, которые могут их двор заполонить, коли они так расположены близко возле рынка, я вполне допускаю, что там на своей придомовой территории они могут устанавливать юнипаркер. И он выпилен не будет. Отличие юнипаркера установлено во дворе жильцом, который вдруг решил, что он хозяин какого-то парковочного места, не посоветовавшись со своими соседями, совершенно очевиден. То есть одно дело защита от чужих машин, другое дело, когда вдруг человек обнаглел и решил во дворе, вот на конкретном каком-то парковочном месте, поставить себе юнипаркер. В этом случае он будет выпиливаться, а вот в случае, когда жильцы совместно решили вот так, вот таким образом защитить свой двор от чужих машин, без проблем. Пускай, да, пускай размещают и пускай защищают свой двор. Это проблем нет. Я говорил о том, что у нас есть еще один видеоэпизод. Кстати, видео предоставлено Сергеем Дубенко. Огромное ему спасибо. Давайте посмотрим, как реагирует милиция на то, о чем говорил Сергей, как она все красиво и, наверное, правильно фиксирует. И на мой взгляд, пока не более того. Поживем, увидим. Смотрим. На камеру у нас все записано, что есть бригадир, да, Александр, они в 3 часа сдают ему кассу, так и так. Кто, номер телефона, скажите номер телефона сразу же. 066-61. 066-61. 88. 88. 978. 978. Понятно. Это один. А второй? Да, да, да. Имя, отчество, фамилия, я его знаю как Саша. Саша, да? Саша прокурор и Саша Бугор. Саша прокурор и Саша Бугор, да? Ага. Ну так записано. Ну, я понял. Не, ну покажите, сколько денег сегодня вы собрали с водителей. Это все, что я собрал. Это все, что вы собрали, да? Раскладывай, руками раскладывай. Все, ну так это ж копейки, что вы стесняетесь? Сейчас вы работаете только пару часов там или сколько? Три. Они что-то. Может, больше есть? Нет, там в сумках, там нет, то все. А я в кармане вот как раз. Не, ну я же не буду вас обыскивать.
обрили уже. Я могу только добавить: беги, Саша, беги. Я сейчас обращаюсь, как там Сергей правильно? Саша Бугор, Саша прокурор. Да, да, да. Я бы, знаете, там есть номер телефона. Вот, там два номера телефона. Два номера телефона, но один точно озвучен был. Можно позвонить и задать один единственный вопрос. Как там у Высоцкого? Где деньги, Зин? Да? Сергей, я прекрасно понимаю, что те финансы, финансовые средства, которые якобы были собраны с парковщиками, это не все суммы, которые, ну, вы успели, да, показать. И на ваш взгляд, какие потери для бюджета вот эти незаконные сборы принесли за, ну, хотя бы за этот год? Я уже не говорю там о нескольких годах, потому что я помню статистику на одной из сессий, когда говорили, что Одесса Транспорт Сервис работает в убыток и там вообще ничего не приносит, а если приносит бюджет, там, ну, такие копейки, что, ну, просто проще было закрыть. Ну, вот смотрите, даже с учетом того, что в Одессе действительно орудуют такие мошенники, которые, во-первых, отваживают желание у людей вообще оплачивать парковку, которые просто дискредитируют вообще эту деятельность. Тем не менее, ежегодно приносится в бюджет города 12 миллионов гривен. В этом году планируем принести 13 миллионов гривен. Это второй показатель по Украине после Киева. То есть Одесса второй город в Украине после столицы, который так пополняет бюджет с помощью парковок. Но суть-то не в этом. Основная задача парковок во всем мире – это разгрузка центра города от припаркованных машин. То есть парковочный тариф заставляет водителя поскорее убирать свою машину из центра города, быстро завершать свои дела. Не ездить в центр города на работу на машине, потому что в этом случае машина остается на 8-10 часов. 8-10 часов, если перемножить на 5 гривен, это уже 40-50 гривен. И человек уже будет задумываться, действительно ли тратить деньги на путешествие на своей машине или воспользоваться общественным транспортом. Так поступает во всех городах. Поэтому это средство разгрузки и наведения порядка. А о каком порядке вообще может идти речь, если стоят люди, которые просто взимают деньги и сдают их бригадиру Саше, и нет ни разметки, ни дорожных знаков, ни паркоматов, и которые создают вот дышат перегаром в лицо водителям и создают у них такое впечатление, что просто городская милиция вообще не обращает внимания, понимаете, на одесситов, совершенно их не защищает. Понятное дело, что при этом не реализуется политика в отношении разгрузки центра города. Понятно, что при этом парковки выглядят так, как они сейчас выглядят. И поэтому у нас стратегия очень правильная. Все парковки в центре города, где есть дефицит парковочных мест, то есть 20 парковочных мест, а туда готовы припарковаться 100 автомобилей, да? Они все будут платными. Везде будут стоять красивые паркоматы, знаки, дорожная разметка, которая будет позволять водителям, которые припарковались, нормально себя там чувствовать, в плане того, что их никто, никакая машина не заденет и так далее. Они будут оплачивать в паркомат, это будет контролировать соответствующая служба путем автоматической фиксации и так далее. Благо, под это уже готовятся законопроекты. И на всех парковках, на которых водители припаркованы, они должны понимать, что минимум, что им должен дать оператор, это разметку и дорожные знаки. И если вы паркуетесь и не видите того или другого, если вы не видите паркомата, к вам приходит тело, которое дышит в вас перегаром и требует какие-то наличные деньги, ни в коем случае не давайте. Смотрите, несколько моментов. На протяжении определенного времени, и с вами в том числе, в этой студии вы отдельно говорили о том, что одесситам надо просто вот собраться с духом и перестать платить непонятным людям эти деньги. На самом деле, ну, что-то сдвинулось, но не произошло так, как мечталось. Да? Сегодня речь идет уже о паркоматах. Я прежде всего хочу задать вопрос о сознательности самих автолюбителей, одесситов, гостей нашего города. Это первый момент. И второй, разработан ли сегодня уже тот тариф, о котором вы говорите, что, наверное, в центре это будет дороже, это естественно, это правильно. А, там, скажем, на окраинах города или в спальных районах это будут совершенно другие деньги. Я считаю, тарифом достаточным для обслуживания, нормального обслуживания парковки, чтобы там была наведена хорошая разметка, чтобы стояли дорожные знаки и чтобы водители были готовы оплачивать ее, тариф 5 гривен в час, он в принципе нормален. Нормален и обоснован. Я не считаю сейчас нужным и возможным в сложной экономической ситуации его повышать.
Если люди будут приучены... Это сегодня, извините, официальная позиция или только пока расчеты? Это официальная позиция. Мы к этому будем идти, чтобы везде, во всех парковках, на всех городских парковках утвердить этот единый тариф, чтобы одесситы его знали, понимали во всех районах города, без всякого зонирования. На побережье будет свой тариф, или 7, или 8 гривен. Опять же таки, сейчас мы рассчитываем, ведем расчеты, и в ближайшее время уже будем утверждать вот эти тарифы, которые, опять же таки, будут действовать на всех парковках, и об этом будет, опять же таки, официально объявлено после того, как его утвердят в установленные законом порядке. Здесь очень важно понять следующее. Водители, которые паркуются на законно оборудованной парковке, на которой есть паркомат, разметка, дорожные знаки, он не получает взамен никакого сервиса. И именно поэтому во всех странах мира существует сам принцип оплаты парковки для того, чтобы автомобиль поскорее из этой парковки уехал, чтобы он там не оставался. Плата за парковку — это средство разгона автолюбителей из центра города во всем мире. Поэтому это всегда механизм принуждения. Всегда. Поэтому пока не будет налажена система эффективного контроля за оплатой, без участия вот этих вот самых жилеточников, а с участием муниципального органа, это будет или департамент муниципальной безопасности, совместные рейды с милицией, которые будут фиксировать, нет под стеклом талончика, моментальный штраф, там 200-300 гривен за неоплату парковки. И вот тогда в этом случае люди будут заинтересованы, во-первых, оплатить в паркоматы, чтобы обязательно получить квитанцию, а не привет от жилеточника. А во-вторых, не оставлять свою машину надолго, поскорее решить свои вопросы в городе и уехать. А если уж надолго, то пополнять бюджет города, а не карманы аферистов. Тогда оно и заработает. Оно так работает во всем мире, и в Одессе будет работать точно так же. Какие-то сроки четкие вы уже определили, что это будет там, я не говорю, там с 1 августа уже тут осталось 2 дня, да, там с 1 сентября, или это какой-то такой поэтапный переход на вот эту работу? Смотрите, я двигаюсь очень быстро. Уже подготовлены все нормативные документы для этой реформы. Вот мы проводим совместные рейды на служебных парковках против юнипаркеров, против парковочных аферистов, ликвидируем коррупцию совместную по утверждению схем в ГАИ. Будем проводить реформу самого ведомства, будем вводить единый тариф в центре города и на побережье. Будем приходить к отказу от парковщиков и к введению вот этой вот муниципальной контролирующей службы. Все происходит в режиме онлайн. Мы введем интерактивную карту парковок. Через 2 недели любой в компьютере может зайти, посмотреть парковочную схему на легально действующих парковках. Красными точками будут отмечены места постоянной дислокации парковочных аферистов. То есть, чтобы помочь милиционерам, которые вдруг, живя в Одессе, не знают, где они находятся. То есть мы действуем очень быстро. Но я не могу вам сказать точно, когда произойдет тот самый момент, когда центр города, красивые оборудованные парковки, только паркоматы и никаких парковщиков, ходят опрятно одетые молодые люди с милиционерами, выписывают штрафы на неплательщиков за парковку, и это мотивирует водителей поскорее освобождать центр города, и нет нигде вот этих вот стихийно припаркованных машин, потому что люди понимают, что заведен новый порядок. Вот я к этому буду стремиться все время, что я буду находиться в организации КП «Транспорт Сервис» и буду выполнять вот эту функцию. В ближайшее время уже сделаны вот те шаги, о которых я уже сказал, да, по факту. В ближайшее время будут устанавливаться антипарковочные столбики, которые будут предохранять узкие тротуары от стихийной парковки машин. Будут защищаться зеленые зоны. Это то, что будет в ближайшее время. Но вот коренным образом изменить мышление водителей, заставить их оплачивать на законно работающих парковках, разгружать центр города, это достаточно комплексный вопрос, и я бы на это отвел, ну, наверное, полгода, не меньше. Тогда мы добьем, действуя последовательно, ну, я, в принципе, вам об этом и достаточно сказал, что быстро, да, действия достаточно. Сергей, быстро, можно финальный вопрос на сегодня, уже блиц, 40 секунд, 30 секунд остается до окончания программы на сегодня. Платить на парковках будут все или обладатели неких табличек, например, с надписями «Прокуратура», «МВД», «Пресса»,
и другие будут объяснять тем, что они не платят, потому что они на работе. Нет, только машины, только машины, которые либо инвалиды, либо находятся по служебным необходимостям, вот те не будут платить. Народные депутаты, судьи, прокуроры, все будут оплачивать, как простые люди. И если вдруг у кого-то появится желание показать ксиву, его будут фотографировать, выставлять в соцсетях, и будем задавать вопрос. Почему все, на сегодня что-то? Вопросов нет. Вернее, они есть, но мы продолжим разговор в следующий раз. Спасибо огромное. Спасибо. Я могу пожелать, уважаемые телезрители, только хороших, мирных и добрых выходных. На сегодня все. До свидания, удачи вам.